Куда делись мусорные баки? В редакцию МТРК с таким вопросом обратились жители микрорайона Хромзавода. 31 марта обслуживающее предприятие «Толкоммунхоз» вывезли из поселка порядка 40 урн. Жителям приходится сжигать отходы, а то, что невозможно поместить в печь, выбрасывают прямо во дворе. За две недели участок превратился в гору из мусора. Подробности у Жанель Бесенбаевой. Справа дом под номером 130. Чуть восточнее еще одна многоэтажка. Неподалеку от нее и детская площадка. А вот в центре расположился рассадник. Только не для благоухающих летних цветов, а для крыс и насекомых. Так здесь было не всегда. На месте огромной горы из мусора раньше стояли специальные баки. Вот только две недели назад их увезли. На вопросы куда и почему жителям Хромзавода не ответили. Отправили лишь уведомление. На такой простой бумажке они нам написали, что они забирают контейнеры и в одностороннем порядке с нами расторгают договоры. Да. 31 марта они контейнеры забрали у нас, получается, теперь мусор у нас наваливается. Снег таял, все это текло, все это бежало по поселку, соответственно, пакеты, пластики, вот это все. Теперь мелкие животные все это растаскивают. В мусоре утопает не только район, который местные жители ласково называют магазинчик, но и в целом весь поселок. Предприятие, занимающееся вывозом твердых бытовых отходов, прекратило с ними сотрудничать. Как оказалось, из-за неуплаты. Не всех, конечно, но большего количества жильцов. В свою очередь, обслуживающему ТО невыгодно. Не оправдывают свои расходы, заверяют коммунальщики. Местные власти города ищут новых подрядчиков. И у нас город обслуживает 4 предприятия по физическим лицам и 2 предприятия по юридическим лицам. С ними проводили неоднократную встречу о том, чтобы они взяли на обслуживание данный участок. Но никто не соглашается. Письменно тоже обращали уведомление. Будем решать данную проблему. Но по сегодняшний день никто из предприятий, которые осуществляют вывоз, не хотят брать на обслуживание данную территорию. Ждать, пока найдется тот самый подрядчик, жителям уже невозможно. Поселок буквально утопает в мусоре. В городском акимате предлагают добросовестным плательщикам заключить индивидуальные договоры. Однако такая услуга может ударить по карману. Один выезд спецтехники обойдется жильцу 2530 тенге. Жанель Бесенбаева, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК.